Всем приветики. Пришел ко мне такой шумоизолятор с Алиэкспресса. Был упакован в почтовый пакет с пупыркой. Ну и внутри вот что находилось. Это как бы устройство, предназначенное для автомобиля, для того, чтобы убирать шумы. Это как бы дополнительное затемление такое. И оно вот пишет типа ground, земля, лоб, noise изолятор. Заземление для изоляции шумов. Но я покупал, у меня нет автомобиля, как бы. Я покупал, думал, может, поможет с микрофона убрать шумы, но не помогло. Я уже попробовал. Типа вот так вот оно подключается. Вот он так выглядит. Просто как коробочка, внутри там какие-то микросхемки, которые убирают шум. Причем с двух сторон оно выглядит одинаково. Никаких здесь не болтиков, ничего, просто такая коробочка закрытая. И в одну сторону вставляется провод и подключается к плееру. А в другую сторону вставляется, ну, как бы, аудиоустройство, например, наушники. То есть, по идее, вы плеер вставляете не сразу в... Ну, то есть, наушники не сразу в плеер вставляете, а вот в эту коробочку... И только эту коробочку уже подключаете в наушники. Ну, таким вот образом оно работает. Но вместо наушников должны быть колонки. Это я просто, чтобы понять не было. И как бы по идее оно должно убирать шумы. То есть если у вас там что-то гудит... У меня было такое, кстати, раньше, когда я подключал через переходник-разветвитель. То есть я вставил в плеер переходник-разветвитель, и на выходе у меня было два штекера. Два разъема под две колонки. Я сразу подключил двое разных колонок к одному плееру. Получается, у меня одни колонки работали нормально, а на других гудение было жесткое. И по идее, если бы я туда, где было гудение, подключил вот эту коробочку, она бы пропала. Но на данный момент я не могу никак проверить. У меня сейчас нету возможности проверить так вот двое колонок сразу. Ну, чтобы проверить, ушло бы то гудение или нет. А то, что я проверял сейчас, я брал именно для микрофона. Думал, что, может быть, у микрофона шумы уменьшатся, но не уменьшились. BM-800, что с коробочкой этой, что без нее, работает так же, как и работал. Также шумит. Ну, то есть, шум есть такой небольшой, но что без нее, что с ней одинаково. Петличку микрофон подсоединял. И без коробочки даже, по-моему, лучше было. С коробочкой чуть-чуть, вроде как... шумнее стало, но шум фоновый такой чуть больше стал. А на наушники оно вообще влияет таким образом, что звук тише становится. То есть без коробочки звук громче, а с коробочкой звук в наушниках тише становится. И все. На микрофон оно особо не повлияло, а в наушниках звук тише становится. А я брал именно для микрофона. Ну и вот, короче, такая вот штука. Здесь просто провод одинаковый. Что здесь такой штекер? Что здесь такой штекер? То есть его можно любой стороной. И здесь. Что здесь такой разъем? Что здесь такой разъем? То есть в любую сторону вставляешь. Соединяешь. И тут с этой стороны тоже. Ну, по идее. Сейчас оно мне, получается, не надо. Микрофон оно не помогло. Но теперь я буду знать, что делать, если у меня вдруг опять будет такое, что, как раньше у меня такое давно было, что... Я подключил сразу две колонки, как я уже говорил, и загудело. Теперь, если опять что-то будет гудеть на колонках, я теперь знаю, как это будет, можно будет устранить. Вот. Такая вот коробочка для шумоизоляции. Помех на колонках. Ну, а на этом все. Всем покедово.